Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя-легенды. Начнем с ежедневных заданий. Значит, нам нужно понять уровень персонажа и сразиться в боях. Где наш Усаги? Будем прокачивать его. Так, навыки. Гнев Ронина. Прокачать надо до 5 ступени, и нам понадобится с вами 16 джойстиков. Ага, и 10 3D очков. Ну что ж, поехали искать. Так, давай-ка вот здесь вот глянем. Донателло выпал, это хорошо. Так, еще разок. Джойстик один нам выпал. Это уже классно. Так, второй выпал. Все, эти задания мы с вами сделали. Теперь давай пробежимся по легким. Так, мутаген 80 штук. Это, конечно, хорошо все, но мне нужны именно джойстики. А как всегда, да? Меня обламывают в этом деле. Да чтоб вас, а? Серьезно? Ёлки-ты-палки, давай попробуем здесь хотя бы. Ага. Мутаген, как всегда, только лишь один мутаген. Блин, что-то не фартит как-то. Хм, зато телепорты выпадают. Нет, друзья мои, что-то здесь не то. Мы, наверное, уже выполнили задание с вами, да? Угу, так оно и есть. Забираем с вами реворд. Поднять уровень персонажа. Это последнее задание, да, на сегодня? Ну что ж, я думаю, мы поднимем уровень нашему Усаги. Никто, наверное, не будет против, только за. И он становится у нас 74 уровнем, да? Окей. Нам осталось немножко до 75-го. Так, Донни, давай-ка мы разбомбим твои, как говорится, двойные копии ДНК. Они тебе все равно не нужны. И, ага, забираем остатки роскоши от наших ежедневок. Все, друзья, поехали на ареночку. Сегодня, кстати, мы, наверное, попробуем с вами пройти два испытания. И у нас два дня остается до эксперта Усаги против духа. Ну, я не знаю, друзья, стоит ли здесь вообще заморачиваться, потому что Усаги у меня собрат полностью. Остается только лишь поднять его в платиновый ранг. Ладно, об этом попозже, а сейчас поехали на турнирочку. Лига самураев, ранг у меня 12-й. Ну что ж, будем сегодня пытаться пробиться в сёгуны. Так, у нас Виктор, Аиша и Рауль. И начну я, пожалуй-ка, с любого. Тогда возьмем Виктора. И я смотрю, тут 40-й уровень максимальный, да, который заявлен у него. Тогда мы с вами приступим тоже, наверное, с 40-х. Ой, сколько у меня тут. Даже можно, знаешь, как сделать? Возьму я, наверное, Кейси Джонса, возьму кроликов. Бибопчика возьму сюда. Для подстраховки возьму Кренга. И на всякий случай возьму кого-нибудь из провокаторов. Это будет у нас Крип. Отлично, я надеюсь, с такой командой мы сможем здесь справиться. Естественно, без помощи Леонардо. Так, кто у них тут крепкий самый? Так, а у него инициатива, да? Хорошо, а раз он начал первым ходить, у него сильная инициатива. Опа, неплохо бомбанули. Давай, Крэнк, свою ракетку запускай. Ну-ка. Слушай, шикарно. Нам нужно с вами добить кого? Сейчас будет ходить у нас... Ага, Бибоп и Макмен. Наверное, нужно уничтожить нам Бибопа. А справимся ли мы? Поехали, рискнем. Ну-ка. На, ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо, давай бросим баллончик. Ну-ка, Кейси. Совсем-совсем другое дело. Ну что же, остается только лишь добить Бибопа и Сплинтера. И сделаем мы это вот так вот. Со Сплинтером. А вот так вот с Бибопом. Ай, ёлки-палки, у нас кролики оказываются слабенькие. Ладно, давай так сделаем. А вот Крэнк, да, довольно силен. Силен парень. Так, ну что же, идеальная победа. Все бонусы мы с вами получаем в полном комплекте. И, конечно же, переходим на следующий бой. А также перемещаемся с вами на Самурае 2 звезды и 91-я позиция. Поехали. Так, кто у нас тут? Коуе, Ноунейм и Крейг. Смотрим. Значит, будем драться с Ноунеймом, потому что здесь 14 и 18 кубков. Ну что ж, давайте, давайте, друзья, будем бомбить. 45-й уже уровень здесь максимальный. Значит, мы с вами делаем так. Берем Донни, Кромсателя берем. Возьму я, наверное, Супер Шреддера сюда. 45-й уровень. Да, и нужно кого-то взять посильнее для подстраховочки. Хм, а кого взять? Давай, наверное, возьмем с вами Тимми.
Так, и Шархана. Кстати, кто-то в комментариях мне писал: Рэй, это не Шархан, это Тигриный Коготь. Друзья мои, я прекрасно знаю, что это за персонаж. Ну, просто я захотел его назвать Шарханом. Ну, как в Маугли, помните, да? Там злой тигр был. Но этот тигренок тоже далеко не добрый. И мне как-то проще говорить Шархан, чем Тигриный Коготь. Ну, вы поняли, да, о чем я? Так, друзья мои, ну что, возьмем, наверное, провокацию на нашего Тимми. В будущем это, конечно же, мутагеноид. Так, и будем бомбить. Начну-ка я, наверное... Ага, 2 Донателло получает повышенный урон. Так, 42 уровень. Давай-ка, наверное, попробуем этого закромсать. О, неплохо бомбанул, сильно причем. Так, елки-палки, я совсем забыл, что у него Рафик хиллер. Да елки ты палки, смотри, что делает, а? Слушай, давай, наверное, мы повесим на них антибаф. Да? Хоть где-то нам нужно с вами выигрывать. Так, мы, по крайней мере, понизили им броню, а они нам меткость понизили. Елки ты палки, Тимми, если ты сейчас сдуешься, нас тут раскромсает. В общем, смотрите, у них все хп полностью, да, восстановлено. Нам нужно начинать уже, в конце концов, какие-то делать дела. Что? Какое мимо, ё-моё. Парень, ты что-то вообще... А, ну да, у нас же с вами меткость понижена. Совсем я про это забыл. Ну давай, Тимми, бомбани его хорошенько. Во! Так, дальше что? Мы можем с вами отхиляться с Шреддером, да? Супер Шреддером. Но я не буду этого делать. Нам нужно с вами дальше продолжать бомбить. Сейчас будет у нас ходить Рафаэль. Давай вот так вот сделаем. Неплохо. Так, у него... Ага, отхил идет. Ну-ка, кромсатель. Наверное, многие скажут, какой кромсатель, когда это Ксевьер Монтес. Да, друзья, но в мультике его можно было назвать и кромсателем. Так, ну-ка. Слушай, мне кажется, мы здесь с вами сдуемся. Хоть кто-то, но погибнет, почему-то мне так кажется. А ну-ка, давай вот так вот сделаем. Добьем, нет? Да елки ты палки, Рафик, ты достал. Ну-ка, Тимми, покажи ему карнавальную ночку. Да ладно, ты даже не смог, а? У нас здесь нет хила. Ты понял? Почему у нас так долго держится вот это вот... понижение меткости. По-моему, кому-то сейчас кирдык приснится, друзья мои. Ой-ой-ой-ой-ой, что же делать? Сейчас будет Рокстеди ходить, и мне почему-то кажется, либо он бросит валун, либо сделает поджог. Одно из двух. Да, я тут, друзья мои, кажется, немножко лопухнулся. Угу. Да ну! Ну что, это бесполезно ставить, да? На крит-атаку. Ой-ой-ой-ой, друзья мои, вот так вот все и происходит. Да, кромсатель упал, сейчас, наверное, и Донни упадет, мне почему-то так кажется. Ну, хотя бы так, сейчас что-то будет плохое. Ну, естественно, он делает защиту, давай попробуем снизить ее. Так, пробиваем. Вот, меткость понизили. Блин, 2 хода до провокации, не вариант, друзья мои. Не вариант. Да промахнись ты. Нет, он не промахнулся. Так, давай Донни уберем отсюда. Отлично. Так, и делаем небольшой сюрприз для них. Так, хорошо. Давай Донателло против Донателло. Вот, вот она наша провокация. Ну, я сомневаюсь, что он сможет пробить Тимми. Хотя тут непредсказуемо все. Да, друзья мои, мы выиграли, но потеряли с вами одного персонажа. Это еще, слава богу, что одного, а могли бы потерять двоих. Да, немножко я тут, конечно, лопухнулся. Ну, бывает. Как говорится, надо играть без помощи Леонардо, согласитесь. С Лео, конечно, мы бы тут разорвали бы их всех. Ну что же, ранг 76 у нас с вами, и мы продолжаем очередные бои. Так, Виктор и Иван. Я возьму Ваньку. Тут как раз 41 уровень максимальный. А мне нужно отыгрывать своих ребятулек. Так, секунду, давай-ка мы посмотрим. Слушай, мы можем с вами даже отыграть. Вот, Пиццелицей, Острозуб, бедный Тимми. А ныне это мутагеноид. Возьмем, наверное, нет, этих мы пока оставим с вами. Кого-нибудь для подстраховки. Я возьму здесь Рокстеди. И возьму, наверное, так, у нас хил есть. У нас здесь ни одного хила нету, поэтому мы с вами сделаем вот так вот, да? Именно Эйприл О'Нил, которая будет здесь нам помогать. Ну что же, поехали, начинаем. Да ладно, опять они ходят первыми, да что ж такое? Они по уровню меньше меня?
А инициативы у них больше. Мне запретили хилиться. Вот жуки. Ну что ж, давай, Анил, сделай свою телепатию. Слабенький удар был. Так, что он? А, очищение делает. Понятно, это хорошо, что он начал с этого. Ну что, берем, наверное, провокацию с вами, да? Именно на Рокстеди. И начинаем бомбить массовыми атаками. Плевок. Вот, постепенный урон еще. Кстати, у нас два провокатора, и это хорошо. У нас еще Острозуб, да, может встать в провокацию. Но мы с вами будем бомбить. Ну-ка, неплохенько. Так, давай-ка мы сделаем, наверное, вот такой массовый удар. Изи, красотища. Так, делает Донателло защиту дополнительную на свою команду. Смотрите, никак не получается у них пробить. А я прекрасно знал, что так оно и будет. Так, ну что, убираем, наверное, мы с вами майки с поля боя, да? Хопа! Отличненько. Так, что он тут затеял? Ага, бросает. Ну, как видите, Рокстеди просто не поддается. Его не сломать. Зато он ломает всех. Давай вот эту тефтельку бросим. Ха, тефтельку. А если еще вот так вот кулаком своим гигантским нормуль. И можно, в принципе, в ладушки, да, сыграть. Или пульнуть кислоту. Ну, давай так сделаем. Ну, что ж такое-то. Ладно, Эйприл, добей. Да ну, что такая вообще слабая-то? Не понял я. Это за счет того, что у него висит защита дополнительная. Такой он сильный стал, да? А ну-ка. Вот, пиццелицей просто пробивает. Отличненько, друзья. Идеальная победа, двигаемся с вами дальше. Еще два испытания сегодня мы будем проходить. Так, ну что, доберемся мы сегодня до Сёгунов? Я думаю, что вполне доберемся. Вот только до какой звезды? Хотелось бы до третьей, но вряд ли у нас получится. Так, Даниэлла, Александр и Владимир. Давай Владика возьмем. Тут я вижу 42-й, да? 42-й уровень. Это максимальный у него. Значит, будет у нас здесь играть Макман, Рафаэль. Так, хотелось бы, конечно, и этих ребят, но мы можем с помощью Леонардо отыграть их. Да. Берем сюда майки. Хочу взять Донни и кого-нибудь из крепеньких. Крепенький у нас тут кто? Желательно провокатор, чтобы он был. Рокзара, что ли, брать? Нет, не будем мы брать сюда Рокзара. Это слишком борзо. Да кого же взять-то нам, а? Хм. Давай Лео. Как думаешь, справимся с помощью Лео фильма? Сейчас все покажет нам этот бой, чего мы здесь вообще достойны. Естественно, усиливаем атаку на наших героев. Нормуль и... А, ты смотри, жук, он то же самое сделал. Ладушки, так, начнем. С кого будем начинать? С Лео, конечно же, с Лео. Ну-ка, прошинкуй. Пол хп отняли, замечательно. Так, у него хиллер только один здесь, да? Так, Макман. Он слабенький, он 40 уровня, поэтому, как мы видим, его очень быстро и легко разбирает. Провокатор у нас отсутствует в этой пачке, и Лео все-таки успевает сделать отхил. Давай попробуем, наверное, вот так вот бросить молот. Вау. Массовая атака от Макмана на дорожку, потому что, мне кажется, он все равно у нас погибнет, друзья мои. Кого дальше? Кого дальше? Давай, наверное, майки. Майки будем с вами бомбить. Ой-ой-ой, не вышло ничего. Ну, давай так сделаем. Хорошечно. Дальше нам нужно с вами пробивать либо слэша, этого не сможем. Он в инвизе. Либо бибопа. Ну, попробуем бибопчика, наверное, свалить. Кто-то упадет сейчас. Это будет Макман, друзья мои. Да, слабое звено, оказывается, у нас было. Ну, не проследил. Хотя я хотел изначально поставить себе какого-нибудь... провокатора танка. Но пожадничал. Не захотел я брать Рокзара в нашу пачку. Сказал, что это будет слишком борзо. И поплатился, да, за свой вот этот вот недочет. Ладно, друзья, в любом случае, это у нас такие легенькие бои. Здесь можно, как говорится, и пофаниться. Просто ради интереса. Тут, как говорится, не буст у нас идет, но все равно немножечко обидно. Как бы задевает это все. Так, друзья мои, давай посмотрим, куда мы переместимся. Была 53-я позиция, становится 41-я. Да, медленно, конечно, пробиваемся с вами. Но тем не менее. Кстати, 114 монет мы уже с вами накопили. Это говорит о том, что мы с вами в магазине можем приобрести... Погоди-ка, вот здесь вот. 10 золотых осколков. 10 золотых осколков. Или же можем что-то приобрести из героев. Ну, так как у нас все эти герои есть,
Будем, наверное, копить осколки все-таки, да? Хотя мне хотелось бы очень взять 3 ДНК на Шинигами. Ладно, осколки. Решили копить осколки, значит, будем этим заниматься. Так, тут у нас по жетонам все очень грустно. Ладно, друзья мои, поехали продолжать турнирную арену. Кого тут нам дают? Брайан, Даниэль и Святослав. Ну что, возьмем Святослава. По кубкам все-таки у него все нормально. 45 уровень, да, здесь уже 45-й, 43-й. Делаем, короче, так. Я беру Бибопа, Крысиного Короля, возьму Морозильную Кошку и к ним поставлю, наверное, вот так вот, Слэша и Шреддера. Да, я думаю, что это будет оптимально. Главное, чтобы их не завалили в первую очередь. Так, вот она команда. Два Лео, Донни, Майки и Слэш. Массовых атак у нас с вами очень мало здесь. Ну-ка, давай вот так вот сделаем. Бибоп, Рокс, кстати, приземляются. Слэш минусуется. Вызываем орду крыс крысиным королем. Что у нас тут выходит? Неплохенько. Главное успеть завалить Лео. Иначе, друзья, будет жесткий отхил. А мы не успеем, да, наверное, пробить? Ну-ка, Слэш. Я так и думал, друзья. Мы не успеем завалить, естественно, он отхиливает. Но у нас как... Так, он еще и усиляет команду на атаку, на скорость. У нас есть с вами хил, поэтому пока расстраиваться не стоит. Может быть, все успеем сделать. Успеем, может быть, даже пробить. Так, что такое? Ты посмотри, что... Оу, щит! Вот это борзость была сейчас, друзья. Вот это была борзота, я тебе скажу, вот от этого Леонардо фильм. И я-то думал, что мы с вами сможем, успеем хильнуться, да, морозильной кошкой. Ха! Но не успели. И во всем виноват вот именно Лео, который отхилил свою команду. Так, ну-ка давай снежком попробуем его бомбануть. Может быть, заморозка сработает. Нет, не сработал, но зато... Так, по-моему, мы сейчас еще и Слэша тут потеряем. Нет? Мне кажется, что-то здесь... Ай-яй-яй, тихо-тихо-тихо, не надо. Не надо так делать. Так, постепенно урон, я думаю, что ему хана. Давай вот этого Донни попробуем сейчас накрыть. Постепенный урон. Так, хиляемся. Друзья, естественно, нужно хиляться, если мы хотим с вами, чтобы Слэш у нас выжил. Так, думаю, постепенно убьет. Давай-ка вот здесь вот, на этого Донателло с вами применим удар. Ага. Минус двоечка. И Майки остается. Так, крысиный король. Ну ты, как всегда, в своем репертуаре все время промахивается. Ну потому что здесь дополнительное уклонение на Микеланджело висит. Но я думаю, что мы должны его побить. Так... Давай ускорим свою команду, в конце концов. Вот так вот. И у нас быстрее будет кулдаун идти, да? Соответственно, мы быстрее будем с вами наносить удары. Вот это ты зря делаешь. Это тебе не поможет, парень. Да ладно, даже постепенно урон не повесили. Вот так вот. Слушай, как-то вот долго у нас с вами бой был. И, как видели, у нас с вами одного персонажа все-таки раздеребанили. И это почему-то Бибоп оказался 50 уровня. Почему-то Лео фильм, да, который 43 уровня, с одного практически удара его снес. Как у него так получилось? Я не понял, друзья. Он просто сделал свою супер вертушку и пам, Бибопчик мой уже валялся. Ну что же, ладно, друзья мои, поехали дальше. И тут у нас Оник, Доминик и Катюша. Ты посмотри, как Катюшенька здесь есть. Ладно, Катя, давай с тобой, наверное, маленечко подеремся. И тут у нас 42 уровень максимальный. Вот грубая ошибка брать с собой в отряд 2 хила. Я больше не буду никогда брать в пачку Муху Бакстера и Кирви. Возьмем, короче, с вами Майки, да, ролевого, Сплинтера, Шреддера, Хана возьмем. И сюда же возьмем, наверное, Майки Космос. Вот такая вот пачка у нас с вами получилась. Ладно, давай наяривать. Давай наяривать. Так, ну что, понизим им защиту, да? Защиту, атаку даже некоторым. И делаем супер удары. Массовые. Ну-ка, неплохо вжарили. Так, Бакстер, Муха, нам нужно от тебя избавиться. Успеем, нет? Давай-ка вот так сделаем. Массовую атаку от Шреддера. Изи. Так, теперь Майки ролевой. Вау. И Сплинтер добивает. Вот что значит вовремя понизить защиту. Друзья мои, вообще шикарно все получилось. Ну, а мы с вами продвигаемся далее. Так, смотрим. Так, ну я полагаю, нам еще с вами один бой, да? И мы с вами окажемся в Самурае 3 звезды.
бойцов у нас вроде бы пока еще хватает. Так, Игорюха, Федя и Леон. Игорюха, да, именно он будет сегодня у нас на растерзании. 45 уровень здесь, да? Возьму я Ваньку-стиранка, возьму сюда Паукуса. Так, тут уже отыграны все, да? Значит, остается Рокстеди, Лео ролевой и Кунаичи Эйприл. Поехали. Ну что, родные, вы готовы отдуплиться? Я думаю, что они готовы. Они прекрасно поняли, что им сейчас будет хана, друзья мои. Ты посмотри. Ах ты, Майки, хитрожопый. Он сделал отхил, друзья мои. Так, Ванюш, ну-ка. Давай. Малорик, красота. Так, Лео, давай свой луч, волну. Так, нормуль. И давай добьем, наверное, мы вот этого ханорика для начала. Жух. Шикарно. Не-не-не-не, не прыгай. Не сможете вы мне пробить Кунаичи. Не сможете, я больше чем уверен. Иммунитет на себя повесил. Так что, друзья, поджарка здесь будет неэффективна. А вот валунчик можно бросить, пожалуй. Да. И Паукус добивает Бибопа. Все, друзья, хорошая каточка. Кунаичи, конечно, могла бы сфейлиться здесь, но мы этого не позволили, потому что у нас инициатива. И к тому же у него всего два персонажа осталось. Так, друзья мои, мы с вами в самурае 3 звезды. 81-я позиция. Шикарно идем. Так, Стив, Джон и Микаэль. Стив, Джон и Микаэль. Ну, давай возьмем Стива. Не особо тут велик выбор. Возьму я сюда Кирби. Возьму сюда я, наверное, Алапекс, Мондагека. И надо прикрываться. Возьму Армагошу, пожалуй-ка, и, наверное, Донателло. Вот такая команда будет. 70 уровень, да. Но, как вы понимаете, мне больше там некого взять. Поэтому приходится вот такие вот уровни брать. Поехали. Начнем с Армагоши. Я думаю, сейчас упадет половина, наверное, здесь, да? Да. Даже большая половина упала. Остается только лишь добить. Опс. Тихо. Давай, Донни. Шикандос. По-другому и не скажешь. Хорошо, друзья мои, идеальная победа. Мы сразу переходим к следующей битве. Сейчас посмотрим, кстати, куда мы перенесемся с вами. Одним словом, мы должны с вами сегодня попасть в Сёгуны. Одна звезда, по любасику. Так, Адам, Гобби и Рэйчел. Ну, я вижу тут между Адамом и Габи выбор у нас стоит. Ну, давай тогда возьмем, наверное, Адама. Возьмем Адама, и здесь 44-й максимальный. Так, нейтрализатор плюс Карайка. Бакстер Муха здесь у нас будет. Майки фильм. И рискованно будет, да, брать, наверное, Лео оригинал. Нет, не будем мы его брать. Возьмем, наверное, Змейка Вьюна. Вот так вот. Змейка Вьюн будет у нас здесь рулить ситуацией вместе с нейтрализатором. Надеюсь, мы это успеем сделать. Так, у них хил есть, у них хил это Леонардо. Я понял. Значит, берем в прицел Леонардо в первую очередь. Так, 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 что же сделать? Ну, давай вот так вот бомбанем. Шикарно, очень шикарно получилось у нас тут. Ха. У, все, победа за нами, друзья. Давай так вот, хоп-хоп-хоп. Да, Майки, как всегда подкачал. Ну-ка, хвостом ударим сейчас его. Нормуль. Быстренько, да, мы здесь с вами разобрались с этими охламонами и двигаемся дальше. Сейчас посмотрим, кстати, куда нас переместят. 61-я была, становится 42-я. Отлично. Так, опять Габи, Павел и Мухаммед. Я возьму, наверное, Павла. Возьму Павла, тут у нас Змея Карай. Угу. Слушайте, друзья, давайте тогда брать персонажей послабже. Нифига, у нас имба уже пошла. У него всего лишь 49-й максимальный уровень, а у нас уже 71-й. Так что я думаю, никто не будет против, если я вот этих вот ребят возьму и с ними попробую отыграть. А ну-ка ся. Так, ну что, берем, естественно, сразу же провокацию на нашего Рокзара. И начинаем массовые атаки. Так, Кирби нужно отсюда, конечно же, убрать. Нечего ему здесь делать, хилеру этому. Вот это ты зря, Мондагека, выделываешься здесь. Так, вешает на себя иммунитет, не знаю для чего. Это ему не поможет. Так, кого бы нам пробить? По идее, сейчас Лео будет ходить. Давай вот так вот сделаем. Хоба! Да, иммунитет.
Ну, а если вот так вот? Лео, не подведи. Как-то слабо, да, бомбит. Но Рокзара им в любом случае сейчас не пробить. Так, минус Лео. Минус Майки, я так понимаю. Угу. Так, ну кто? Рокс сидит. Хорош ты, елки, успокойся уже тут. Это тебе уже не поможет. Ну что, наверное, избавляемся от Мондагека с вами, да? Хоба! Ну и Рокстеди полностью в нашем, как говорится, распоряжении. Что хотим с ним, то и делаем. Давай просто добьем его. Вот так вот. Отлично. Ну что же, я предлагаю вам такой вариант. Сейчас мы берем Леонардо, берем своих слабеньких персонажей и просто отыгрываем, да? Пару боев, как минимум. Потому что нам совсем немножко нужно для того, чтобы попасть в Сёгуны. Ну что, Лео, я думаю, ты готов. Тут, в принципе, друзья мои, так, Алёнушка, Юрка, Алёнушка, Юрка. Ну, давай Алёнушку возьмем. Я думаю, что здесь вы, ребят, понимаете, со мной согласитесь, да? Что, если есть такая возможность сыграть вот этими персонажами, ну, почему бы не воспользоваться? Я думаю, что Леонардо любого сейчас положит с одной вертушки здесь. Ну, если не положит, эти, я думаю, смогут все-таки добить хоть кого-нибудь. Нежелательно оставлять кроликов. Так, ну, как я вам и говорил, всех Леонардо победил с одной вертушки. А значит, мы с вами получаем, естественно, все кубки, да? И будет у нас, наверное, где-то 10-я позиция. Первая даже. Ух! То есть еще один бой. Хорошо. Выбираем с вами тут без разницы. Но возьмем с вами кого-нибудь послабже. А кто тут послабже? У них практически у всех все одинаково. Но здесь вот нет 49 уровня. Давай возьмем. Так, Лео, возвращаем тебя обратно. Возвращаем тебя обратно, да? Мы можем с вами свалиться по инициативе. Тоже об этом не стоит забывать. Но я думаю, что Лео и этих ребят положит. Может быть, кого-нибудь не сможет добить, и останется у него там немножечко хп. Ну что, пробуем. Посмотрим, как оно выйдет у нас все. Хоба! Нет, пока Лео на высоте. И как видите, он всех с одной вертушки ложит. Нам даже никого не надо добивать. То есть мы с вами отыграли второй бой. Переходим в Лигу Сёгунов. Вот, одна звезда, позиция у нас 85-я. И, в конце концов, теперь можно отыграть уже и оставшихся наших крупных персонажей. Тут не имеет значения, кого брать, абсолютно все одинаковые. Так что, друзья, давайте, раз, два, три, четыре. Четыре, пять. Вот так мы с вами отыграем, да, и потом еще один бой сделаем. Я уж так и быть откачу Леонардо и возьмем еще трех слабошей. Так, поехали. Тут даже не буду никаких... Ой! Хотел сказать, не буду делать уклонения, просто буду бить. И немножко не туда нажал. Ладно, друзья мои, бросаем бомбочку. И Усаги, я думаю, сейчас всех тут наказывает, да? Или кто-то выживет? Посмотрим. Выжили? Ладушки. Минус. И минус. Все. Замечательно. Погнали дальше тогда. Погнали дальше. Последний у нас, друзья, на сегодня бой на арене. Мы перемещаемся где-то 60-я, да? Ага, 67-я позиция. И заключительный бой. Возьмем с вами, опять же, без разницы. Возьмем Алексея, тезку нашего, да? Так, берем с вами Лео, берем с вами Бакстера Стокмана и кого-нибудь из слабышей. Раз, два, три. Вау. Три черепашки-ниндзя из оригинальных комиксов, да? Ну что ж, поехали, Лео, давай, дружок, не подведи меня. Делает он вертушку, и результат отличный. Нам остается только добить Бакстера. Все. Наконец-то мы с вами поиграли в арену, да? Мы с вами последний бой сделали и идем с вами на испытание. У нас их две штуки сегодня. Так, а позицию мы занимаем... О, 50-е. Отлично. Ну, идем на испытание. Так, начнем сцены насилия, да? Хорошо, давай начнем отсюда. Так, хотелось бы посмотреть, кого нам здесь дадут. Ой-ой-ой-ой-ой, друзья мои, это просто красота. Это просто Погоди-ка секунду. Погоди-ка, сцены насилия, это у нас... Это у нас там, где глючило раньше, да? Или я путаю? Короче, неважно, давайте смотреть. Быстренько с вами сейчас пробежимся. Да, это где у нас глючил босс. Вот как раз мы сегодня и посмотрим, будет ли он также глючить или нет. Потому что в прошлый раз я это испытание прошел полностью. Потому что босс не глюканул. Вот что я тебе хочу сказать. Так, ну что же, двигаемся дальше. Здесь, ну, все понятно, все легко и просто, да. Эти волны мы пройдем. До эпизода, наверное, 4-5 вообще пройдем на изи. Без каких-либо
компромиссов. Вообще, просто разбираем их. Так, третья волна. Здесь у нас кто будет? Угу. Лео, оригинал и Донни, оригинал. Естественно, всех с удара валим. И остаются маузеры, которых быстренько мы разбираем. Все. Ну что же, неплохо, неплохо. И получаем ДНК на Кейси Джонса, да? На Кейси Джонса. Так, поехали дальше. Донателло. Донателло, Рафаэль, Майки нам не нужны. В принципе, вот ДНК на них, да? У нас начинается вот где? С эпизода 5. 5, 6, 7 и 8. То есть три оригинальных черепашки-ниндзя. Ладно, давайте, друзья мои, пробежимся. Кстати, у нас с вами здесь все за сыр. Я не знаю, хватит ли у нас на второе испытание сыра. Надеюсь, что хватит. Так, здесь, ага, опять эти кланфутовцы, да, которые не хотят падать с первого удара. Хотя нет, падают почему-то. А раньше, я помню, у них была какая-то защита. Отложенный урон, можно так было его назвать. Но тут пока все хорошо. Маузер у нас сыпется, потому что они 20 уровня. И третья заключительная у нас волна здесь. Естественно, тут... Ага, Рафаэль и Донателло. Вот, видите? Не стал он падать с первого удара. Минус Раф, минус Донни и минус Маузеры. Отлично. Прошли с вами еще один эпизодик. Естественно, на 3 звезды. И переходим на следующий эпизодик. Это у нас будет с Рафаэлем, да? Угу. Третий эпизод. Поехали. Так, и вот у нас здесь будет первый босс. Но с ним мы, естественно, друзья, справляемся с этим первым боссом. По-моему, со вторым тоже справляемся. А вот на третьем боссе будет такая заковыка. Если мы сможем его подбить, то все будет хорошо. Я вот не помню, он в тот раз у меня, по-моему, не стал орать. Он же вылетает у нас во время того, как кричать начинает, да? Он в тот раз, по-моему, у меня не крикнул. И я его добил на следующий, как говорится, ход. Не знаю, может быть, чисто фартануло, чисто везение. Ладушки, давай посмотрим, что у нас тут. Так, тут Майки, да, и Рафаэль. Опять же, оригиналы. Так, минус. Тут все, как говорится, легко и просто. 35 уровень для нас вообще не показатель, да? Поехали дальше. Победа идеальная, все хорошо. Теперь идем за Майки, да? Идем за Майки, эпизод 4. Начинается все с эпизода 5. Вот, кстати, у нас здесь второй босс. Вот на третьем боссе, а это, по-моему, будет битва как раз за Донателло оригинального, по-моему, начинается как раз вот этот сбой. Ну, как я вам говорил, посмотрим. В тот раз я прошел, я не помню, кричал, не кричал, но многие говорили, что возможно, может быть, исправили. Но кто будет исправлять, если этой игрой уже давным-давно не занимаются? Не знаю, посмотрим. Мне самому интересно. Так, ну-ка, минусуем. Ага, по два раза, да, приходится... Не, смотрите, с удара просто упал. А вот эти не хотят. Я не знаю, в чем проблема. Может быть, потому что мы бьем критически. Так, предпоследняя волна у нас здесь. Третья. Так, дай-ка я уберу мышку, а то она немножко отвлекает. Так, тут у нас Донателло и Леонардо. Оригинал. Ах, ты смотри, что они повесили на себя. Дополнительную защиту. Так, минус Донни. Нам приходится сразу два раза. О-о-о, зря ты это сделал, парень. Зря ты это сделал. Ты думаешь, это тебе поможет? Я сомневаюсь. Минус, минус. Так, и Маузер начинает кричать. Ну, давай. Так, здесь два раза придется бомбануть, да? И переходим с вами на последнюю волну. Здесь у нас будет Босяра. Первый Босяра, да? Так. Бам. Ну-ну-ну, отлично. Без выпендрежа мы его с вами уничтожили. Это был первый босс. Значит, второй будет не на Донателло, а, по-моему, ближе. Сейчас посмотрим. Донателло... Да, кстати, на Донателло будет вот второй босс. Или третий. Который у нас как раз глючный. Так, я вначале думал, что это у нас босс, а это, может быть, даже обычные маузеры. Так что, друзья мои, если я где-то оговорился, ничего страшного. Давай. Также врубаю автобой, друзья мои. 50 уровни для нас это, естественно, ерунда. Сейчас мы их забомбим. А кто, кстати, не верит, что я проходил этот уровень полностью? У меня была серия, где я вам показывал. Правда, не было того боя. Я его делал за кадром, потому что...
потому что я прекрасно знал, что этот уровень у нас зависает, да, где Донателло. Я решил его просто сделать за кадром. И как назло, я его прошел. Потом я вам показывал результаты, да, что там было 3 звездочки на том уровне. Так, ну что, здесь довольно все легко и просто должно быть. Ну-ка, ага, не упал, теперь упал. Минус Маузер, клан Футов. Ну что ты вот делаешь-то, а? Не могу понять, почему у него, друзья, вот не получается сразу его пробить. У него остается немножечко хп, да? И все, и только на второй удар. Так, у нас что, босс? Нет. У нас здесь, смотри-ка, Майк, Лео и Рафаэль такие деловые стоят, ждут меня. Ладно, хорошо, сейчас быстренько получат. И мы пойдем с вами дальше. Так, тихо. Минус. Вешает на себя иммунитет. Ладно, предположим. Зачем нам это нужно? Нам не нужен никакой уворот. Мы и так с ними справимся. Лео, ты, конечно, красавчик, красавчик. Ты вызвался, да, как говорится, в лидеры. Ну и за это ты, конечно же, поплачешься. Вот так, минусанули. Этого тоже минусанули. И у нас здесь, кто там? Майки, да, по-моему? Да, Микеланджело. Да, бомбочку сейчас бросит. Ой, зря. Зря, конечно же, ребята. Рафаэль не спит, он всегда на стреме, поэтому, естественно, он контратаку делает, как только получает урон. Не имеет значения, прямой или косвенный, он сразу идет в контратаку. Ну что же, вот это я понимаю, вот это ДНК, да, нам нужно. Микеланджело оригинальный, это хорошо. Так, и мы с вами переходим на 6-й эпизод, где у нас будет разыгрываться ДНК на Рафаэля. Вот здесь уже, по-моему, вот это вот босс вроде бы, да? Опять же, могу ошибаться. Но я знаю, что вроде бы все-таки у нас зависает на 3-м боссе, не на 2-м, на 3-м. Давай врубаем автобой. Какой тут у нас 60 уровень. Я думаю, быстренько мы с ними тут опять же разберемся. И потом пойдем на испытание силы природы. Да? Кстати, силу природы, если я не ошибаюсь, друзья, не проходил полностью. А может быть, ошибаюсь. Я уже не помню. Давненько его не было у нас. Почему я в прошлой серии говорил, да, давненько мы типа не дрались. На испытании сила природы. Там как раз у нас будет химера. Так, ну что? Не минусуется, да? Опять же, приходится нам по 2 раза по ним бомбить. Ладно, ерунда. Даже по 3. По 3 будет дырка. Так, ну. Да что ж ты. Что ж, Маузера этого не добомбил. Все, друзья. Переходим на 3-ю волну. Кто у нас там? Опять же, Раф, Майки и Донателло. И после них, скорее всего, будет у нас Бассера. Может быть... Нет, зачем вам сами пробовать? Черепашки справятся, а вот на последнем, может быть, будем бомбиться уже сами. Попытаемся пробить его как-нибудь резко, да? Чтобы он ничего не успел. Но у него там большая инициатива, естественно, как ни крути. Если вот замедлить ему скорость с помощью нашего железноголового, тогда, возможно, есть шанс... его подбить. Я имею в виду босса. Посмотрим, посмотрим. Так, ну что, вот на этом, друзья мои, боссе мы с вами проходим. Легко должны. Ты посмотри, уже не так быстро мы его здесь разбираем. 65 уровень, да? Так, танцуй. Вот зачем танцулька? Лучше бы Майки в этот момент бомбил. Так, он крикнул, да? Как видите, ничего не заглючило. Игра не вылетела, значит, все-таки, да, на эпизоде, где мы будем с вами драться за ДНК на Донателло оригинального. Вот именно там глючит этот босс. Ну что же, Рафик нам достается, и мы переходим вот на этот эпизод 7. Вот он, босс это, да, 75 уровня. Поехали, попробуем, друзья. Попробуем пробить. Кстати, надо было посмотреть, может быть, там у нас какие-нибудь есть герои, которые могут повесить немоту? Сайленс, да? Так, ну здесь, я думаю, все будет хорошо. Все, пройдем до последнего босса, а потом я уже возьму управление в свои руки. Так. Раф, зачем тебе это нужно? Зачем ты провокацию? Не вовремя ты взял ее? Не вовремя. И Донни сейчас вот эти вот сюрики, зачем он именно сейчас использовал? Подожди, от греха подальше, дайте-ка я лучше здесь сам разберусь. Давай-ка поставим с вами уклонение. Вот так вот. И будем потихонечку разбираться. Так, Рафик, отлично. Давай просто вот так вот бомбанем, наверное. Минусанули. Минусанули, так, отлично. Да что ты выделываешься здесь, а? Кланфутовец. Вот что ты выделываешься, и ты тоже выделываешься, да?
Так, добиваем, наверное. Нет, не добиваем, друзья мои. Конечно же, нет. Теперь да. И вот это вот уже. Хоба. И остается Маузер. Ну, Донни. Молодец, красавчик. Третья волна. И скоро уже будет Басяра у нас. Так, здесь у нас все черепашки, да? Хорошо, давай попробуем быстренько с ними справиться. Что-то не получается как-то быстренько у нас. Ха-ха. Что ты делаешь? Ну что ты делаешь-то, господи, а? Дурила ты картоновая. Провокацию, да? Ладно. Ладно, я вас понял. Не хотят они по-хорошему, да? Будет, естественно, друзья мои, по-плохому. Они сами напросились. Чего он только не делает. И так, и сяк, и думает, что это ему поможет. Конечно же, не поможет это ему ничего. Так, давай бомбануть маз... Нет, зачем? Давай так, мы так с ними разберемся, друзья. Вот я возьму еще дополнительную защиту на себя здесь. Вертушку я не хочу сейчас применять. Это ни к чему. Хиляться пока тоже не стоит. Но если, друзья, игра зависнет, и я вылечу, ну, вы это сразу поймете, я вам, естественно, скажу об этом. И пойдем сразу на испытание силы природы. Смотри, что делает, а? Смотри, что он делает, раздухарился. Мы еще и промахиваемся по нему, потому что у него стоит уклонение. Такой деловой, естественно. О, массовая атака. Смотри-ка. Смотри-ка, парень-то раздухарился вообще не на шутку. Да ладно, что ты делаешь? Ну-ка, отхил. Конечно, мы с вами похиляемся на всякий случай. И продолжаем нашу эпопею. Промахиваемся, ты прикинь? Ага, наконец-то мы его подбили. Ну-ка. Так, здесь понятно все дело. Так, опять иммунитет. Нравится вешать иммунитет на себя. Хорошо, пускай будет так. Опять этот прыжок свой противный. Так, нам главное Донателло бы не потерять. Что такое? Ух! Смотри, что делает, а? Давай-ка, наверное, уклонение повесим. И хильнемся. Я не хочу просто потерять Доника. Так, опять, друзья мои, опять не то. Ну-ка. Добей, пожалуйста, Дони. Нет, не вышло нифига. А так если? Майки, сможешь? Ну, молодец, красавчик. Смотри, а? Не дает мой Донателло покоя. Хотят его подбомбить. Кстати, мы знаешь, что можем сделать? Уже все, поздно. Хотел сделать усиление атаки. Ну вот и тот самый Маузер, на котором у нас все это дело проваливается. Так, попробуем, друзья мои. Ну что, тут сюрики, естественно, тут пока больше ничего сделать не можем. Мимо, тут промахнулись. Ух. Ну давай, поехали, понеслась. Так, пол хп отняли, да? Так, у нас двойная атака есть? Нет, на майке нету двойной атаки, поэтому придется супер ударом бомбить. Кричит? Нет. Нет, пока не кричит, друзья мои. Фух. Попробуем. Я рискую. Ага, хорошо. И вот теперь смотри, что нам делать. Либо бомбить его ракетами, либо делать поджог, я даже не знаю, либо замедлять его через провокацию. Давай бомбанем. Может быть, постепенно урон его добьет? Вряд ли, да? Эйх, Донни, 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 Донни. Наверное, не получится его. Или получится? Да что ты? Изи, друзья мои, вот. Ты заметил, да, что он не кричал. Не было крика у него, во время которого у нас вылетает игра. Поэтому Донни оригинальный у нас в копилочке. И, соответственно, я перехожу смело на последний 8-й эпизод. Даже несмотря, что здесь будет босс 85 уровня, и я, возможно, не пройду здесь на 3 звезды, но испытание-то пройдено, друзья мои, будет. Ух, шикарно. Очень шикарно, мне понравилось. Так, ну, естественно, сейчас буду тут нас потихоньку с вами разбирать. Особенно в зоне риска у нас Донателло. Смотрите, сколько он получает урона, очень много. Причем здесь, смотрите-ка, что у них выходит. По каждому нужно бомбить не один раз. То есть, снять защиту. Да, снять защиту. Давай вот так вот сделаем. Снимем всем защиту сразу же. Не понял юмора. Почему? У них что, уклонение? Да нет у них никакого уклонения. А если так? Вот. А почему Леонардо-то не смог? Я что-то не понял. Мы сделали с вами супер вертушку, да? И она не сняла шлемы. А, все понял, ребята. Они идут по накопительной. То есть они могут на себя повесить не один шлем, а два или даже три.
Поэтому вот и не сработал. То есть мы как бы сняли один шлем заочно. Там еще был второй. Вот оно что, да, я вспомнил. Так, ну что ты там орешь? Ну, минус. И можно, в принципе, хильнуться. Давай хильнемся. Потому что как раз у нас к последнему боссу с вами будет откат под хилу. Отлично. Идем с вами на вторую волну. Слушай, ну красиво было, да, как мы с вами босса Маузера завалили. Он просто упал на постепенном уроне и ничего не смог сделать. Вообще шикарно, мне понравилось. Так. Я, друзья мои, усилил, естественно, нам атаку, чтобы не тютюкаться с ними здесь долго. Смотрите, мы пробафаны с вами вообще капитально. Ха-ха. Пробафаны капитальненько. Ну давай, Раф. Отлично. Так, что он там делает? На Рафика? Зря, братюня, зря ты это все делаешь. Так, ну добей его, пожалуйста. Ага. Так, у нас с вами, ну, бафы немножко слетают, но это ничего страшного. Это ничего страшного. Так, ну что, хлопчик, попался? Да? И добиваем Маузера, наверное, нет? Да, добили. Ну что, третья волна, здесь уже будут наверняка черепашки оригинальные, да? Ага, Донни, Майки, Раф и Лео. Возьмем, наверное, Лео в оборот, потому что сейчас он опять же повесит свою провокацию, я больше чем уверен. Не хотелось бы. И, скорее всего, будет в конце уже босс. Опять же, этот гигантский Маузер, с которым нам придется разбираться. Иммунитет. Вот он берет провокацию. Хорошо, что сейчас, правда, у него, наверное, уворот. Обалденный сейчас фиг его. Мы сможем пробить, скорее всего. Ну, успокойся ты, елки-палки. Кому там? Все доника моего бомбят, а? Промашка. Ну-ка, давай сделаем с вами тоже уклонение от греха подальше. От греха подальше. И, наверное, я возьму провокацию. А, у них иммунитет. А мне-то плевать, что у них иммунитет. Главное, что у меня провокация-то все равно повисла. Так, ты посмотри, что делает, а. Ты посмотри. Так, браслет-бомбочку. Донни, держись. Молодец. Донни выдержал. Слушай, а железноголовый-то что-то уж больно быстро разбирается. Можно хильнуться, но я не хочу. Минус Лео. Не-не-не-не-не, успокойся, парень, успокойся. Твою ж дивизию, друзья мои. Ну, все-таки, все-таки попал он, а, по Донателло. Несмотря на то, что у нас было уклонение, да, все-таки Донателло он уничтожил. Вот этот Рафаэль Хламон, как он меня бесит, а. Давай хиляться, потому что я боюсь, сейчас мы еще потеряем здесь железноголового. А мне этого не нужно. Че, какой ты ватный-то, я не пойму. Сейчас добью, да, скорее всего. Друзья, ну это финиш. Давай уничтожать этого Хламона, он достал. Надо было сразу вот так вот сделать, чтобы он тут не выделывался. Рафаэль, вставай в провокацию. Блин, двоих персонажей у нас уничтожили. Ну ладно, Донателло, он был слабый. Ну, железноголовый, ты с какого, блин, перепуга сдулся? Ну, отомсти. Хорошо. Ну, друзья, тут стоит тоже взять, как говорится, на рассмотрение то, что у них 85 уровень. А этот, наверное, какого? 90-го, нет? Тоже 85-го. Ладно, попробуем. Я надеюсь, этот босс не будет зависать у нас. А то кто его знает, что там нас поджидает. Давай постепенно урон, наверное, повесим на него. Получится, нет? Нет, не вышло. Так, он кусает. Мы отдаем сдачи. Уклонение, я думаю, здесь нам не нужно. А вот супервертушку, пожалуй, применим. Вау! Фига у нас супервертушка сколько хп отняла. Давай вот так вот просто обычными ударами будем бомбить его. Ну-ка, Майки. Нет, слабоват. Слабоват, Майки. И давай вот так попробуем. Да чтоб тебя! Друзья, он даже не кричит, понимаешь? Раньше он постоянно орал, а сейчас он просто кусает. Отлично. Ну, вы понимаете, да? Мы с вами прошли это испытание. Пускай все задания не выполнили на 3 звезды, но главное, что мы с вами получили все ДНК на наших оригинальных черепашек. Вот так вот, друзья. Конечно, немножко мне обидно, что железноголового мы потеряли. Ладно, Донателло там, фиг с ним. Но железноголового... Это, конечно, в мои планы не входило. Ладно, друзья мои, это испытание мы с вами прошли и переходим на силы природы. И посмотрим, кто у нас тут разыгрывается. Прикольно, прикольно, у нас черепашки, да, из видения. Так, Шреддер, Шархан нам уже не нужен, он у нас полностью прокачан. В общем, самое интересное начинается вот со Шреддера и пошло-поехало. Ну что, поехали, посмотрим, кого нам еще дадут. Ой, красота, друзья. Красота, слушайте, а зачем я тупанул и брал Донни с собой? Если мы могли взять Зека. Погоди-ка секунду.
Секундочку, подожди-ка. Сцена насилия, да? Сыр. А, нет, друзья, все нормально, все нормально. Здесь Донателло это максимальный, да, который нам давался. Потом уже идет Майки ролевой. Да, все хорошо, это у нас просто вот на этом испытании. Так, отлично, ладно, друзья. Я беру тогда вместо Донни. Можно взять Усаги. Можно взять Зека. Ну, давай возьмем, естественно, Зека, потому что нам нужно пройти это испытание. Если я не ошибаюсь, я его еще ни разу не проходил полностью. Хотя, может быть, и проходил, но не помню просто. Давно оно было. Так, ну, естественно, первый эпизод проходится просто на ура. Так же, как и второй, третий, четвертый. Начинается уже где-то после супер, не супер, а после обычного Шреддера. Где-то уже пойдет сложность. Ну, а пока бомбим всех с одного удара. На третью волну переходим. И тут у нас Рокзар. И, по-моему, это Рафаэль, да? Или Майки? Я уже не помню. Так, минус. Ой, как мы с ними на изи просто разобрались. Ну что же, нам достается ДНК на кого? На Саблезуба, если я не ошибаюсь. По-моему, он у нас тут разыгрывался. Да, именно Саблезуб. Ну что, теперь идем на второй эпизод. Здесь у нас будет разыгрываться ДНК на Рокзара, который нам, в принципе, тоже не нужен. Так, автобой ставим здесь. Тут у нас грибочки, да? Грибочки. На последнем эпизоде, я думаю, эти грибочки будут на себя делать уклонение, и фиг ты по ним попадешь. Потому что там будет уровень 85, как минимум. А может быть даже 90. Глянем, заценим. И скорее всего даже, может быть, мы с вами не сможем забомбить последнего босса. А это, естественно, у нас будет Химера. Со своими массовыми атаками, как обычно, да? Тут все хорошо, все идеально. На 3 звездочки. Давай дальше будем перемещаться на следующее задание, на следующий эпизод. Рокзар в кармане. Так, у нас пошел тигриный коготь, или Шархан в моем исполнении. Поехали. Также все, друзья мои, на автобое, 30 уровень, тут, сами понимаете, никаких проблем не должно быть. Вторая волна, мы, кстати, где-то с вами в каких-то пещерах бегаем, да? Минус. Ну, тут все хорошо, легко и просто, и понятно, главное, что, конечно же, тут мы с вами разбираем. Хоп, перепрыгиваем. И... Донни Видения, Шархан. Ну и клан футовцы какие-то мутированные, да? Почему у них 4 руки, я, друзья, не знаю. Может быть, они, конечно, будут в мультике. Но я еще до этого не дошел. Но 3 звездочки в любом случае мы с вами получаем. И теперь идем за ДНК на Шреддера. Так, ДНК на Шреддера. Вот это вот уже, как говорится, основа основ. Все эти герои мне нужны. Они у нас не прокачаны по фулке, поэтому мне как-то приятнее с ними драться. Но здесь, опять же, на автобой, потому что уровень вроде бы 40-45 будет, да? Если я не ошибаюсь. Да, друзья, 40 уровень, естественно, для наших черепашек это просто на один удар. Поехали далее. Ага, грибочки. Грибы, люди. Ну, естественно, всем по одному удару и они рассыпаются. Тут сколько у нас? Ага, 4 волны, и мы уже с вами перешли на третью. Шреддер. Так, Лео упал. Почему, главное, почему вот Леонардо, да, у нас из, вот, из видения, почему он с луком? Непонятно. Так, а вот и первый босс, первая химерочка. Естественно, ей всего лишь один удар, наверное, сейчас нанести, и она развалится. Кстати, а химера будет в мультике? Я думаю, что будет. Мне кажется, эта птичка в мультике должна быть. Боссы здесь не с бухты-барахты все-таки придуманы, да? Ну, как видите, победа. И теперь мы с вами переходим на черепашек из видения. Именно за их ДНК. Так, и первым у нас будет... Так, ты кто у нас? По-моему, это Рафаэль. Ну, ладно, погнали. Так, четвертая... Фу, четвертая, 4 волны. Уровень уже, кстати, полтинник. Давай, быстренько. Крысы-то такие гигантские, да? Мутированные. Наверное, опять же, там крысиный король, да, об этом позаботился, чтобы они стали такими гигантскими. А вот откуда здесь вот люди-грибы, вот это вот мне интересно. Кто их вообще сделал, кто их создал? Опять какой-нибудь зловещий профессор. Ну-ка. Так, минусанули. Тут все, конечно, легко, уже на третьей волне. Остается еще один бой у нас с вами потом. Так, Майки молодец, сделал двойную атаку.
Остальные, ага. Как всегда, Зек не может добить, не хватает ему силенок. Так же, как и Майки, но у Майки есть двойная атака, поэтому он со своим делом справляется. Переходим на последнюю, четвертую волну, и здесь у нас кто? Шреддер, Донни Видения и вот этот, по-моему... Да, это Рафаэль. Майки, он, по-моему, с кусуригами, да? Стоять будет, да. Значит, это все-таки Рафик. Ну, давай, 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 Донни. Это он что? Ага, он оскорбление сделал. То есть он повесил провокацию, но это его, естественно, не спасло. Ну и добиваем мы с вами. Так, друзья мои, переходим дальше и посмотрим. Прав я, не прав. По-моему, это все-таки Рафаэль Видения. Ну-ка, покажите мне. Да, друзья мои, Рафаэль Видения. А значит, Микеланджело Видения действительно стоит с кусуригами. Вот он. Поехали. Уще, друзья мои, приплыли. У меня закончился сыр. Как не вовремя он кончился. У меня три боя впереди, важных, так сказать, было. А у меня кончился сыр. Господи, друзья. Ну, я надеюсь, вы меня поймете, да? Это, как говорится, не от меня зависит. Не вовремя закончился сырок у нас. Ну, ничего страшного, у нас есть еще время, да? И мы с вами обязательно увидимся в следующей серии и пройдем полностью то испытание. Надеюсь, мы пройдем его, да? Поднимемся, естественно, по рангу. Потому что у нас разыгрывается как-никак. А Рафик, кстати, сколько нам нужно вообще ДНК на Рафаэля, чтобы его повысить в ранге? Давай-ка глянем с тобой, где он у нас? Слушай, ну он не может быть так внизу-то. Вот он, друзья мои. У него 23 ДНК в данный момент. Нужна соточка, то есть это еще... О, друзья, еще очень много. 77 ДНК нужно. 77. Ну, мы, конечно же, можем этот разрыв уменьшить, если получим 40 ДНК. Там останется всего лишь 30-ку. Но согласись, у нас вот на той неделе очень хорошо проапался именно Лео фильм. Очень хорошо. Он получил аж 2 левел-апа. Ну что ж, друзья, на этой ноте я, пожалуй, буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!